Открытая трибуна. Минобразование планирует объединить в старших классах физику, химию, биологию, экологию, астрономию и географию в один предмет «Человек и природа», а алгебру и геометрию в математику. Поддерживаете ли вы такое решение? Я не поддерживаю. Я сам эколог, но в свое время изучал серьезно достаточно и математику, и физику, и химию. Может, потому я стал экологом. Я думаю, что эти предметы надо изучать отдельно, потому что человек, ученик, подросток, скажем так, сам разберется, что ему больше нравится, что у него получается. Если мы это все скомкаем, то этот блок просто пропадет. Мы миру подарили огромное количество специалистов именно этих отраслей. Я не знаю, я против. Я считаю, что котлеты и мухи должны быть отдельно. А вот то, что вот они хотят в этот фарш домешать еще мухи, я считаю, что это неправильно. Я считаю, что, допустим, где-то до 5-го, там, до 6-го класса, может быть, дети должны учить понемножку всего-всего-всего, чтобы иметь общее представление о том, что нас окружает, какой мир. А в старших классах должен быть, как на мое мнение, факультатив. Я считаю, это нецелесообразное решение, потому что, во-первых, после школы выходишь, у тебя и так каша в голове, а если все это будет в одном предмете, это будет полная каша в голове. И я считаю, что это скажется на общем интеллектуальном развитии, на общем интеллектуальном уровне нашего населения. В принципе, неудивительно, что наши власти это хотят. Мне кажется, что ихняя цель как раз стоит в том, чтобы понизить этот общий интеллектуальный уровень населения, для того, чтобы им было проще управлять и проще навязывать то, что они хотят. Як на мене, я не вважаю доцільним таке поєднання предметів, тому що кожен предмет, йому потрібно приділяти особисту увагу. І мені здається, це вже занадто. Тобто в один предмет приділяти стільки питань, це означає, що учні не зможуть, вони будуть знати все і нічого в той же момент, як на мене. Ну, насчет алгебри и геометрии, да, это более правильно, потому что как бы два взаимосвязанных предмета, как бы с детства у нас идет математика, потом распределение на алгебру и геометрию, как бы не вижу в этом смысла, но я понимаю, там, вот астрономия, физика, химия, биология, как бы, не знаю, для каких-то там гуманитариев, для них, как бы, да, им это более, как бы, им надо это, чтобы было одновременно так. Но для обычного народа, как бы, не знаю. Мне лично бы не понравилось, на самом деле. Если много ресурсов, усилий и разных экспертов будет привлечено, чтобы составить единую программу, то это определенно круто, потому что это, в принципе, все предметы, которые дополняют один другой, и, наверное, объединение его в один общий позволит более комплексно подойти к воспитанию школьников. Поэтому я думаю, что это правильное решение. Крайне негативно я отношусь к этому решению. Я считаю, что предметы очень разносторонние. Есть определенные аспекты, где они сходятся, похожи, но слишком они разнятся, и эти предметы нужно углубленно достаточно изучать. Ту же химию, ту же биологию, географию, алгебру. И объединять их в одно – это неправильно. Я считаю это глупостью. Одним словом, это просто глупость, которая не принесет нужных плодов. Я не знаю, чем министерство наше образование думает и кто там находится, но это сплошная глупость. Открытая трибуна.